Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, ребятушки, смотрите, что у нас, ну, в принципе, наверное, многое кто видел, конечно, но мы сейчас посмотрим с вами вместе эту новость. Обновление игры, видимо, скоро будет. Милорды и миледи, скоро в игре начнется новое событие «Путь дракона», а это значит, что вас ждет много интересного. И вот здесь начинается уже перечень. Давайте, ребята, зачитаем его. Не пропустите момент, когда у ворот вашего замка появится дирижабль. Он возвестит о том, что путь дракона готов принять вас. Ну, неужели наконец-то хоть что-то новенькое? Какое-то событие у нас, это уже радует. Обзаведитесь уникальным артефактом с фантастической способностью призыв дракона. Помните, ребят, когда-то я в свое время говорил: «Хочу дракона, хочу дракона». Все, ребята, скоро будет артефакт. И вы посмотрите, вот судя по тому, что вот здесь вот у нас на картинке, это так они и будут выглядеть. То есть это, я так понимаю, посох. Это, видимо, сам артефакт, который вызывает дракона. То есть мы будем с вами получать. Я бы, конечно, хотел бы, если бы у нас был бы сет. Сет дракона, ну такой индивидуальный, с какими-то определенными параметрами. Он, как мы видим, здесь у нас и лук есть. В общем, будем смотреть, ребята, с вами. Так, ну что, читаем дальше. Получайте особые награды на пути к главным призам. Понятно. Зарабатывайте валюту для получения призов, побеждайте других игроков на карте, участвуйте в турнире, посещайте бухту самоцветов, проходите вторжение. Вас ждут два новых трофея. Интересно. Докажите, что достойны обладать ими, проявив себя в клановых войнах. Ну, в клановых войнах, ребят, я, к сожалению, нубас, причем полный. Не в плане того, что я не могу с кем-то там сразиться или там еще. Просто у меня нет шмота, у меня нет, извините меня, ни одного артефакта. Смотрите рекламу и защищайте уровни в портале. Подожди, защищайте уровни в портале? Зачищайте, елки-палки, ну, кто меня учил читать, ё-моё. Я уже думал, нифига себе, в портале защищать уровни, чё не пишут. Да, неправильно я прочитал. Вот еще несколько изменений, которые вошли в это обновление. На арене знаки доблести отныне начисляются за каждый проведенный бой вне зависимости от результата. А, то есть я уже буду получать за каждый бой, а не так, как в конце мне дают, и иди ты, как говорится, в задницу. Ну что ж, я надеюсь, это хоть как-то поможет ребятам зарабатывать очки, вот эти вот знаки доблести, независимо, проиграешь ты или выиграешь. Так, полный вперед, господа, к новым свершениям. В общем, неизвестно, когда будет, ребята. Я думал, что... Честно говоря, я ожидал, что какое-нибудь обновление должно было быть на Хэллоуин, но его, к сожалению, не было. Или же я его просто-напросто пропустил. Такое оно быстрое было, что я его даже не заметил. Вот. Но, тем не менее, ребят, давайте будем надеяться, что это обновление не так долго заставит себя ждать. И мы скоро увидим хоть какие-то изменения, которые придадут, надеюсь, в игре определенный шарм и также вовлеченность, естественно, игроков дальше продолжать играть в эту игру. Так, ну а мы с вами давайте, ребятушки, сегодня пособираем ресурсики. Завтра у нас пятница, все это прекрасно знают. Завтра... Так как я, ребята, в отпуске уже, есть возможность сходить в портал, конечно же, заняться фармом. Но есть небольшое но. Во-первых, я хочу посмотреть, что у нас там будет разыгрываться. Если там будет разыгрываться оружие, брань... Ой, а это что такое? Героический сундук? А что из него можно... Так, редкий... Нет, как-то... Лажа, мифический сундук, а здесь что? Тоже ерунда. А в чем разница-то? Ну, смотрите, ребят. А, ну тут понятно, синие и зеленые. А тут фиолетовые и редкие. Понятно, и синие. Ну, ценник-то, конечно, да. Как видите, у меня, ребята, самоцветы есть, гемы. Поэтому нам хватит с вами на портальчик. Ну, опять же, все зависит, ребята, по большому счету от вас. Если вы скажете, что Рэй, давай пофармим маленько, несмотря на то, что там будут колечки или еще что-то, я, конечно, пойду и пофармлю. Так уж и быть. Но мне бы, конечно, ребята, выгоднее было бы получить или оружие, или броню. Вот что-нибудь такое. Кольца это пока мне как-то не интересны.
Так, ну что, давайте смотреть, что у нас здесь. Так, у нас вторжение есть, давайте мы его быстренько с вами отобьем. Кстати, я не знаю, у меня хотя бы... У меня есть или есть? Премиум еще, слава богу, держится. Так, зачистим. Ну, есть я... Ого, это что такое? Ребят, что за фигня? Это у нас так сундуки, что ли, стали выглядеть? Или что это такое? Что мне выпало сейчас в данный момент? За голова какая-то непонятная. Так, дай-ка я гляну, ребят. За вторжение. Это очки, может быть, уже какие-то? Что это такое? 130. Сундук с наградой. А, ну я понял, ребят. Это у нас сейчас стали так выглядеть сундуки. Их изменили, да? Получается, сундуки участника вот так выглядят. А сундуки с наградой, получается, вот так выглядят. Понятно. Ну, хоть какое-то разнообразие, блин. Даже в элементарных сундучках. А что за проблема? Почему стало так подвисать? Раньше такого не было. Может быть, какие-то там еще недоработки у них на серваке. Первый раз я вижу, чтобы вот так вот долго открывались, ребят, сундуки. Еще и потери связи. Так, разобрать. Конечно, разобрать. Так, ну ладно. Подожди, награда за задание 165. В общем, яблок у нас, ребят, с вами хватает. Плюс у нас сундуки есть. Это с какого перепуга у нас тут затесалось колечко-то? Это все нафиг на разборочку, естественно, ребят. Так, ладно, мы с вами продолжаем отбивать вторжение. Поехали. Так, что у нас еще сегодня по программе дня? Ну, я не знаю, стоит ли идти нам на арену позориться. Нет, ну я, конечно, могу сходить. Последние разы, сколько я раз не заходил, всегда отгребал по полной программе. Чего уж там греха таить. Вообще не смог ни разу вообще выиграть. Даже в тройку войти, потому что у меня мощь до чего маленькая, что все, это просто называется приплыли. Так, давайте сразу сделаем, наверное, вот так вот подтвердим. Сходим с вами один разочек поиграем на арене. Ну а пока будем потихонечку разбирать вторжение. Сундуки, как я понял, нам открывать сейчас не выгодно. Да что за фигня-то? Что так долго-то? Ё-моё. Не знаю, ребят. Очень-очень долго. И... Такого вообще раньше никогда не было, чтобы вот так вот тормозило все. Так, идет подбор игроков у нас там. Уже 8 из 10. То есть сейчас, грубо говоря, все уже будет готово. И можно будет идти смело на арену. Так, давай здесь. Все меня тянет сюда, думаю, что здесь что-то не выполнено. А здесь не выполнено, да, там реклама, ребят, не просмотрена. Естественно, попозже я вам всем вышлю подарочки и все это. Ну, не с такой, естественно, ребята, связью, потому что это будет сейчас вечно длиться у нас. Так, о, уже подбор игроков. Давайте, ребята, посмотрим. Вот о чем, ну, вот этого можно одолеть. Этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Ну что я вам могу сказать, ребята, я поздравляю, мы можем только с одним вот этим вот Кассиопея Кусака. И все, с остальными я не справлюсь. Так что, извините, видите, о чем я вам говорю, что по арене, если сейчас они, конечно, сделают, что мы сможем с вами очки получать вне зависимости от боев. То есть проходим, например, да, выигрываем, получили определенное количество там. Победили, получаем количество. Тогда да, мы можем еще, я, по крайней мере, смогу одеться, по-быстренькому надеть себе артефакты, вернуть себе былую мощь и силу, славу и пойти крушить врагов. Ну а пока где-то там в нищебродских низинах, где-то как изгой возле замка в стоге сена я валяюсь, грубо говоря, и мечтаю о хорошем будущем. Ладно, ребят, давайте отбивать очередное вторжение. Вот у меня только сейчас, знаете, только на это, на ПВЕ участвовать. То есть фармить мобов. В этом, да, в этом я еще как-то справляюсь. А насчет вот ПВП, ну, бесполезно для меня сейчас. Бесполезная трата времени. Вот портал, например, завтра пойдем с вами пофармим. Но это, честно говоря, придется, наверное, убить весь день, потому что яблок у меня куча. Хотелось бы, конечно, посмотреть, сколько мы с вами заработаем кристаллов. Я не знаю, что мы будем делать. Либо кристаллы выбивать, зарабатывать на них, либо будем уже на готовый шмот. Во-первых, посмотрим, что там будет нам даваться.
как я вам уже говорил. Так что, ну что за ересь? Ну, давай быстрее прогружайся. Это меня уже, честно говоря, вымораживает. Я буквально, ребята, вот, ну, когда часа два заходил, когда я новость это увидел, да? Все было замечательно, все хорошо работало, никаких лагов, тормозов не было. Сейчас на тебе. Тормозит и лагает, причем по-страшному. На арену я больше не пойду, все, там делать нечего, потому что там меня расколбасит. Соответственно, грубо скажем, я билетик свой взял, просто подтерся и смыл его в унитаз. Сейчас от него толку уже больше никакого нету. Так, ладно. Ну что, ты теперь еще будешь мне вот здесь, в конце, что ли? Надо будет, ребята, это все вырезать, наверное. Склеивать, елки-палки. Ну что это за фигня, по 30 минут, по 30 секунд ждать? Какие 30 секунд? По минуте, по 2 ждать, пока мы у нас тут, извините, зайдем в игру. Так, что тут у нас? Фэдди, давай дадим тебе ресурсов. Все привет. Работа поглотила меня. Пока не заходил, меня обокрали. В плане тебя обокрали. Айди, напиши поподробнее. Где тебя в игре обокрали? Такого быть, наверное, не может. Или может. Я не знаю, ребят. Взламывали ли вообще в этой игре кого-нибудь? Так, хорошо. У нас, блин, у нас еще куча вторжения. Давайте быстренько с этим делом разберемся. Потом сходим, наверное, в этот. В бухту. Хотя, честно говоря, в бухте тоже мне делать нечего. Я добегаю. Я сейчас даже вот 9-ю волну не могу, ребята, одолеть. До 8-й-то еле дохожу, и то не всегда. Ну, будешь опять мозги компенсировать? Нет? Нормально? Так, что? А, подожди-ка, это где-то уже здесь. Привет, привет, привет. Это у нас Кусака, Кукушкина. Это незнакомые мне ребята. Так, вот здесь у нас еще орк затесался. Давайте-ка его быренько нахлобучим. Давай, 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 давай. Побежали, побежали, одолели, порвали. Отлично. Блин, интересно, а когда будет обновление? Вот они сроки-то не поставили и дату не указали. В ближайшем времени. У них обычно, когда написано в ближайшем времени, это жди месяц-другой. Это для них ближайшее время, да? А нам-то хочется поскорее, посвежее. По крайней мере, чтобы до Нового года. Хотя на Новый год могли бы тоже какой-нибудь супер-пупер мероприятие сделать, да, какое-нибудь там. В прошлом году, по-моему, были, да? Мы что-то там связанное с игрушками, с елками. Или я что-то путаю. Сколько же у меня этих игр, ребят, в которые я играю. Как бы не секрет, что можно и запутаться. Так, ну и я смотрю, у нас остались всего лишь два последних охламона. Сейчас мы их быстренько растопчем и пойдем с вами в бухту. Грубо говоря, вот эта серия на самом деле ни о чем. Вообще ни о чем, потому что, ребят, мы сделаем это с вами. По крайней мере, я делал это изо дня в день, из серии в серию. Это практически, грубо говоря, проходящий хлам. Ничего познавательного и нового мы здесь не узнаем. Единственное, что да, я прочитал сам для себя новость, которую многие уже и так, наверное, ее знали. И свои планы по поводу портала я бы мог, например, высказать завтра, если бы я в него пошел бы, согласитесь, да? Короче, мыло мыльное, вода водяная. Но, тем не менее, захотелось мне почему-то вот зайти, пофилософствовать, видите, да? Да, мы забрали сундук этот орочий, забираем здесь награду. И теперь нам что? Теперь нам нужно идти с вами в бухту. Портал закрыт капитально. Еще сургуча здесь не хватало. Так, начать поход бесплатно. Да, начать поход... Ой! Так, подожди-ка. Вот я нубас. А вот я нубас, ребята. Я забыл поставить делать себе магию. Ну, свистец полнейший, ребят. Называется, поиграли, блин, сегодня. Что за фигня? Же надо было так лопухнуться, а? Забыть, поставить. Ай, ладно. Бывают такие дни, ребята, бывают. Не всегда, но частенько. Так, придется идти в бухту самоцветов вообще без всего. Понимаете, без магии. Ой, сейчас нас разберут на 5-й волне и все, как говорится, делов на копейку. Давайте посмотрим.
Нет, без магии я далеко не уйду, ребята. Ну, это невозможно просто-напросто здесь так играть. Первые 2-3 волны, может быть, я еще... Это было опасно, согласитесь. Это было очень опасно. Здоровья нету, сейчас упадет, ребята. И хорошо, что он сейчас он упадет. Мы его, конечно, можем рисануть. Давайте, резайте его. Отлично. Теперь еще можно повоевать. А если бы он в конце бы так упал бы, да? Когда у магов не было откатов, и он бы просто-напросто бы у нас запоролся бы. Это на первом ходу, это был бы рекорд, ребята. Слиться на первом ходу. Я имею в виду, на первом ходу слить своего воина на первой драке. Поехали далее. Давай-ка ускоримся маленько. И это у нас какая? Это у нас третья волна, ребята. Сразу видно, чувачок в свое время донатил, причем нехило. Имеет посохи ивентовские в свое время. Ну, это, конечно, как сказать, кожа, шкура для посохов, но тем не менее. Видите, все в нарядиках. Тоже фармовщик еще тот. У нас рулит кто, ребята? Тот, кто фармит. Я не фармлю уже давным-давно, честно говоря, не фармлю. И неохота, и не буду. Я, наверное, быстрее игру заброшу, чем буду еще фармить в эту... Ой, не фармить, а донатить в эту игру. Будем так, потихоньку, полегоньку. Я лучше дождусь, когда у нас самые-самые мощные игроки сами себя выживут, добьются здесь всего, уйдут из игры. Вот тогда я буду здесь рулить и править. Но донатить хренушки. Так, ну что, поехали далее. Так, что, я не понимаю. Я нажал в бой, вот. Не, ребят, что-то они с этим обновлением, видимо, перестарались. Не обновление, а что они там, изменения. У нас... Все. Какая волна это была? Пятая, да? Поход завершен, ага, поздравляют они меня. Да, да. Да, ребята, на пятом походе меня раскрутили по полной программе. То есть я профукал все, что мог. Вы получили награду, заберите свой ящик. Давай открываем, и что нам выпадает? Нам выпадает всякая ересь. Никчемная, ребят, вообще просто никчемная. С пылью у меня, ребят, тоже очень большие проблемы. Поэтому заточить свои никчемные камни, самоцветы, я не смогу. Эта сируха, которая у меня лежит, ее давным-давно уже пора выкинуть на помойку, ребят. И вставлять уже хотя бы синие или красные, или фиолетовые артефакты. Ой, камни. Но никак не серые. Уж простите меня, но уже тошнит просто-напросто от этого всего. Я вот сейчас вот не знаю, где они у меня. Вот их пора все давным-давно просто разбирать. Пачками причем, ребят. Не жалея ничего. Вы посмотрите, сколько всякого хлама серого. Нафиг он нужен. Соединять я его не хочу. Надо... увеличивать себе мощь, идти бомбить нормально врагов, зарабатывать зеленые артефакты, соединять уже их, получать синие, а лучше вообще до синих доходить. И все, и тогда пойдет дело. Но, ребята, это вопрос времени. Это вопрос времени, мы с вами подождем, конечно. Серии, естественно, я выпускать не буду, пока мы будем это с вами делать и добиваться, потому что, ну, нет смысла. Как я вам говорю, мы, по крайней мере, я топчусь на месте. Клан, как вы знаете, у меня второй, который я хотел начать с нуля, не получилось создать. Мне говорили, мне писали, что нужно завести другой аккаунт. Короче, я все перепробовал, ребят, нифига. Он меня вот ссылается вот на этот, и все, и хоть ты тресни. То есть я хочу начать новый, а он мне скидывает вот на мой старый аккаунт. Или говорит, вы хотите удалить свой этот аккаунт и приступить типа к новому? Конечно же нет, зачем, ребят? Это все мои труды, извините меня, столько лет... Лет, год потраченных сил просто смыть в унитаз. Нет, нет, конечно. Поэтому придется как вот, может быть, вообще, я не знаю, за другого как-то персонажа зайти. Хрен его, короче, знает. Ну что, ребята, у нас с вами что-нибудь вообще будет? Может быть, все-таки еще мы сделаем с вами, да? Уже вот 47 уровень у нас висит. Ну сколько уже, год висит. Пора, наверное, уже до полтишка дойти, да? Замок-то, может быть, все-таки будем как-нибудь дальше-то развивать хоть что-нибудь. Смотрите, какая офигенная у нас площадь свободная. Вот строй комнаты, любые, какие хочешь. Я думаю, у разработчиков должно хватить фантазии что-нибудь придумать новенькое. Здесь какие-нибудь алхимические кабинеты. Хотя они у нас уже есть. Ну или еще что-нибудь такое, там, я не знаю. У нас что, железо, да, последний минерал? Давайте сделаем адамантит или титан, что-нибудь такое.
улучшим себе мощь оружия, в конце концов. Ну, какое-то развитие это еще можешь сделать. Вертолетную площадку, площадку для драконов. Вот здесь, кстати, вот, вот только для драконов. Сюда нужно дракончиков. Причем здесь можно не одного, а, например, там 3 или 4 штуки вполне сюда поместится. Так, ну ладно, что-то раздухарились мы, да? Тут у нас все пучком, все отлично. Так, я знаю, что у нас еще есть один поход в бухту. Будем его делать, позориться. Да, давайте сделаем, фиг с ним. Пускай. Эта серия все равно у нас... так, в бой. Изначально провальная получилась. Поэтому будем ее, как говорится, ухайдокивать по полной. Я ее назову самая худшая серия, блин, по хастл. Другого названия нету для нее, просто-напросто. Так, погнали. Турнир завершен, забери свою награду. Я даже смотреть на нее не хочу, ребята, мне страшно. Там свои 100 очков этих никчемных. Ладно, заберем попозже. Посмотрим, где мы сейчас, ребята, с вами сплавимся. Также на пятой волне. Или все-таки немножко сможем продвинуться дальше. Эй! Ну! А, нет, успели? Ё-моё, я же думал, они не успели рисануть. Поехали дальше. Ну, не шуткуй. Так, это у нас третья волна. Кстати, надо открыть клан Вар, ребята, точно. Пока у нас есть возможность, пока еще не начался портал, КВ обязательно нужно открыть. Так, погнали. В бой. Бежим. Так. Это у нас четвертая, да, получается, волна? Да, ребята, это четвертая. В тот раз мы сдулись на пятой, да? Да, по-моему, мы сейчас здесь тоже сдуемся на пятой. Потому что, посмотри. Хотя... Ой, он начал артефакт свои применять. Да, скорее всего, ребят, мы тут издуемся. Хотя нет, смотрите-ка. Где воин? Второй воин! Второго воина никто не стал даже резать. Просто плюнули на него и сказали: пшел твой воин, козе, в трещину. И все, ребята. Ну, недалеко ушли, дошли с вами до шестой волны. Естественно, на шестой нас тут и похоронят. Все. Лучник доблестно стоял, но... Куда ему одному здесь справляться? Конечно, никуда. Ну вот, ребята, поход завершен, забрать свою награду. Опять же, награда ни о чем. Понятное дело. Так, что там, кто там прилетел ко мне? Давай уж, открывай, елки-палки. Две синие пыли, как много, ё-моё, а. Так, ладно, давай отодвинем камеру маленько. Это мы все забираем. Ну, в общем, что, в ближайшее... Смотри, ребят, я, честно говоря, сомневаюсь. Вот если посмотреть, да, вот сюда мне не хватает, например, ожерелки. Сюда не хватает посоха и кольца. Сюда вот вроде бы все. Сюда вот тоже посоха и кольца. Если вот это вот я все заменю на леги, неужели вы думаете, что у меня охрененно вырастет мощь? Почему-то я сомневаюсь, ребят, вот честно скажу. Я сомневаюсь в том, что у меня обалденно сможет вырасти мощь. Мне нужно как минимум сейчас, хоть чтобы быть, ребята, на плаву. Ну, более-менее еще так, знаете, как бы сказать. И не в низине, и не в верхушке. На плаву. Мне нужно 2 ляма мощи. Хотя бы. Если у меня столько будет, я еще могу что-то здесь сделать. Как-то повоевать, как-то подраться, что-то вообще здесь сделать. На данный момент я ничего не могу, я только отгребать могу. Быть чисто грушей для высокоуровневых игроков. Ну, они пока пускай, конечно, они пускай пока веселятся. Все рано или поздно изменится, ребята. Так же, как в одночасье изменилась сама динамика игры, когда получилось такое, что мы вроде бы хай, да, вроде бы одеты были. А бац, они вот с этой ареной зашибись, да, сделали разнобойку, блин. 80 уровни, 100 уровни. Давайте вперед, деритесь. Естественно, 80 уровни. Себя чувствовали комфортно тогда на арене. А сотый хай, да, с оружием, блин, извините меня, с артефактами 80-е, они вообще ничего не имели. Они просто отгребали по-черному. Те ребята, которые начали, например, с 30 уровня, и когда они доходили до 100-го, у них уже были полные комплекты артефактов. Нам же хаем просто этого не дано было вообще получить. Элементарно.
Во-первых, когда началась вся эта заваруха, на арену нельзя было вообще попасть, ребят. Я по часам ждал, чтобы можно было сделать элементарный один заход. Но это, извините меня, ни в какие ворота не входило. Это я должен был сидеть по 5-6 часов, чтобы провести один бой. Да, в тот момент можно было бы, конечно, неплохо нафармить, потому что тогда еще люди не знали, как это. Да и я не знал, как эта система работает на именно на арене. Ну, поиск, как говорится, ушел. Теперь этого не вернуть. Артефакты у нас не передаются. Крафтить мы их, ребята, не можем. Покупать, донатить бешеные бабло, я на них не собираюсь. Нафиг мне это нужно. Пускай вон донатят ребята другие, которые впаривают сюда, блин, по 10-20 тысяч, да? Потом становится скучно, они уходят. Зачем? Зачем ты, парень, тогда сюда вдонатил столько денег? Я не понимаю, я не буду. Вот я официально вам говорю, не буду, и все. Ну что, ребят, давайте мы тогда с вами заберем награду. Заберем свою награду, ничего, но второе место у меня. Это сколько? 50 очков, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Нет, соточка. Вот, и мы уже, как говорится, с вами, наверное, встречаемся завтра. Если я не просплю, потому что сегодня ночью я должен хорошо залипнуть в игрулю. Ну, не в эту, у меня много игрулек. Кстати, этот, про убийцу-то, Party Hard 2, тоже надо снимать дальше. У нас там будет жесткач, если честно. Я, как говорится, в мотеле сейчас нахожусь, где меня разбирают байкеры. Но это уже вы посмотрите на моем новом канале. Вы прекрасно знаете, там у нас это выходят видосики на ПК игры. Так, ну что, ребятушки, все, встречаемся, наверное, с вами завтра. Если что, будет у вас добавить, написать в комментах обязательно. У вас еще будет на это время. Ну, а мы с вами увидимся в следующем новом видосике. И, надеюсь, в ближайшем, елки-палки, обновлении. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.